небольшой пансион в Майндхеде, Сомерсет. Здравствуйте, мистер и миссис Джонсон. Да, верно. Проходите. Извините, не могу подать руки. Как раз кормлю кошку. Прекрасно. Вы, наверное, устали, пока добирались из Ковентри. Вместо 5,5 часов мы ехали 6 часов 53 минуты. 25 минут прождали во Фрэмптон-Коттрелл и еще полчаса, чтобы попасть на М3 около Дройтвича. Неужели? А на Е38 перед Бриджуотером мы попали в пробку, хотя на Б3339 все было нормально. Неужели? Потом мы решили не рисковать, свернули на Е37. Вот как. Потом доехали до пересечения с А372. Там дорога пошире, правда, обочины крутые. Не ровен час попадешь в больницу. Потом мы миновали Уиллитон и свернули на А358 в районе Кроухома и Стоугамбера. Вы, конечно же, хотите чаю. Не откажемся, и хорошо бы погорячее. Проходите в гостиную. Я как раз собиралась его подавать. Прекрасно. Проходите, мистер и миссис Джонсон. А это мистер и миссис Филлипс. Добрый день. Они здесь уже 3-й год безотлучно. А это мистер Гилтер. Здравствуйте, добрый день. Собираетесь на экскурсию, мистер Гилтер? Да, мы хотим немного... Прогуляться. Мы хотим прогуляться до Бидерфорда. Тогда вам нужно попасть на А39. Нет, у вас не та карта. Это Сталинград. А вам нужны Илфракоум и Барнстейпл. Хайн Рейджинальд, ты достал не ту карту, старый английский болван. Простите, мой фюрер, я не хотел. Дружище Дики, хорошо, что мистер Джонсон вас предупредил. В Сталинграде вам было бы не очень весело. Я сказала, в Сталинграде вам было бы не очень весело. Да не очень. Простите, я вас не познакомила. Это Рон Риббентроп. Может, фон Риббентроп? Нет, да, нет, вы спутали, я из Сомерсета. А фон Риббентроп родился в Готтераммерштрассе, 46, Дюссельдорфе. Так говорят. А это мистер Бимлер, Хаймлих Бимлер. Здравствуйте, я не из Майндхеда. Я родился в Питерборо, в Линкольншир-хаус. И оставался там всю войну. Замучили всякие болячки. Я даже не мог играть в футбол. Или ездить в Нюрнберг. Я отставной мойщик окон и пацифист, непричастный к военным преступлениям. Я рад, что Англия выиграла Кубок мира. Бобби Чарльтон, Мартин Петерс, ем чипсы и Данди Кейкс на Пикадилли. Вы разве не знаете, старина, что я 10 лет был главой гестапо? 5 лет... Нет, я вообще не был главой гестапо. Я пошутил. Мистер Бимлер, мы так и поняли. Простите, я должна взять трубку. Давно вы здесь, мистер Гилтер? Пару недель? А почему вы спрашиваете? Вы шпион к стенке. Британская свинья, тебе конец. Успокойся, Дики, старина. Простите, мистер Джонсон, у него стали нервы, и он не спит с 1945 года. Заткнись, нацистская морда. Потише ты, фюрер. Так мы развлекаемся. Я не мог видеть его по телевизору. Нет. Телевизионный диктор, нет. Вас к телефону, мистер Гилтер. Это звонит мистер МакГеринг. Он говорит, что нашел место, где можно в любой момент нанять бомбардировщики. Если он еще раз раскроет пасть, я его шлепну. Помолчи. Нанять бомбардировщики? Ну и шутник этот шотландец. Старина Норман. Он без конца звонит сюда. У него свое дело. Скоро будет. Четверг для него очень важный день. Они долго к нему готовились. Что-то состоится? Северо-майндхедские выборы. Мистер Гилтер, кандидат от национал-бациалистов. У него грандиозные планы. Что за планы? Для начала он хочет аннексировать Польшу. Так он северо-майндхедский консерватор. На их митинги собирается столько народа. Митинги? Да, бациалистов. У кафе «Ось» на Роуздейл-Роуд. Голосуйте за Гитлера. Ну,
Я не расист. Но, тем не менее, мы, национал-социалистская партия, верим, Мистер Гитлер, Гилтер, говорит, что исторически Тон-Тон является частью Майнхеда. Кстати, он прав. Что вы думаете о политике мистера Гилтера? Мне не нравятся его концентрационные лагеря. Я хотела, чтобы он поцеловал моего ребенка, а он его укусил. Думаю, для биржи он сделает много хорошего. Нет, нет. Да, бритиши, ребятки, он вундер замечательный. Он правильно говорил про психов, но выходит, и я немного того. Я считаю, что у него красивые ноги. Я, как кандидат от консерваторов, всегда говорю очень долго. Так что никто и слова не вставит. Но потом у меня изо рта начинает идти пена, и я падаю.